Добрый день, друзья! Оператор связи Реал и региональный интернет-портал Астрахань.ру начинают прямой репортаж из спорткомплекса «Виктория», где проходит матч за третье место открытого турнира Кубок правкома АГПЗ по волейболу среди мужских команд. И в этой встрече Порт-Аля, команда в красной форме, играет с молодежной сборной ГДА, команда в синей форме. Уверенное начало Порт-Аля. Два очка они взяли. Вот сейчас очередная удачная атака. И на подаче связующий этой команды Павел Головин. Он играет под вторым номером. Планирующая подача. Хороший прием. Черемшанцев пас. И Сидоренко наносил удар довольно удобный, но подняли игроки Порт-Аля мяч. И снова играют удачно в защите. Вагабов на чужую половину площадки мяч перебросил. Кадырбердиев пас на Ежова. Ну и тот добить до пола не смог. Долгий розыгрыш мяча. И мяч на половине поля снова Порт-Аля. Головин пасует. И мяч летит мимо площадки. 2-1. Вот первое очко ГДА молодежный. Итак, на подаче сейчас у ГДА молодежный Анатолий Сьянов. Вот он подает достаточно далеко. Кирюхин мяч принял совсем удачно. Сбитый тут прием получился. И еще один удар Кирюхина. Подняли ГДА молодежная. Сидоренко на чужую половину. Головин пас. Холоднов пробил, попал в блок. Еще один долгий розыгрыш. И ничья 2-2. Выровняли положение подопечный Михаила Бондаренко. Равенство на табло. И подает ГДА молодежная. Борьба идет за третье место. Еще одна подача Сьянова. Холоднов принимает. Головин пасует. Холоднов сам завершает. И мяч за пределами площадки. 3-2. Впереди Порт-Аля. Эти команды на протяжении последних лет постоянно играют в матчах за третье место. И вот на Кубке губернатора, который был в декабре, там тоже был поединок между ними за бронзу. И сейчас вот ошибка у Холоднова при обработке мяча. 3-3. Итак, состав ГДА молодежный сейчас на площадке. Вот на подаче Илья Рижов. Он действует под вторым номером. Анатолий Сиянов первый. Под 14-м Александр Кузнецов. Под 8-м Никита Сидоренко. Под 10-м Максим Балуев. И Андрей Черемшанцев связующий. Вот он делает передачу. Балуев бьет. Принимает Вагабов. Головин передача. И Холоднов от блока в аут. 4-3 в пользу Порт-Аля. У Порт-Аля на площадке Павел Головин, второй номер. Связующий. На подаче сейчас находится Сергей Коломалов, центральный блокирующий. И ответ ГДА молодежный, ничья 4-4. Ян Вагабов, четвертый номер. Антон Толкачев, десятый. Кирилл Холоднов, третий. И Игорь Кирюхин, девятый. Вот состав шестерки Порт-Аля. Принимает удачно Толкачев. Не сумел пробить блок. 4-5. Снова впереди ГДА молодежная после хорошо поставленного блока. Подает Сидоренко. Принимает Вагабов. Головин передача. Кирюхин пытался обманным ударом. Не получилось. И счет становится 4-6. 4-6 в этой встрече. На 2 очка вперед уходит Порт-Аля в этом поединке. Конечно, ГДА молодежная. На 2 очка ушла вперед. Еще один удар Толкачева. Но сейчас грамотно от блока мяч покидает пределы площадки. И счет. Счет становится 5-6. Минимальное преимущество ГДА молодежной. Холоднов подает. Сьянов принял. Кадырбердиев, он либеро. У него чуть цвет футболки отличается. И ничья 6-6. Тут не разобрались, кто же должен
этот мяч принимать, и в итоге снова на табло равенства. Ничейный результат 6-6. Кадырбердиев принимает, Черемшанцев передача, Сидоренко бьет, хорошо играет Холоднов. И Толкачев, нет, завершить атаку не получилось, Черемшанцев, Сидоренко, ну, мяч площадки показывает арбитр, там в линию мяч попал, 6-7 впереди ГДА молодежная. На тоненького там было сыграно, но мяч все-таки оказался в поле. Балуев подает. Вагабов принял, Головин передача себе за спину, Холоднов неудачно проатаковал, и снова на два мяча вперед уходит ГДА молодежная, 6-8. Но пока вот по первой партии больше чем 2 очка, ни у кого из соперников не было преимущества. Снова подача Балуева, снова на Вагабова, Головин, Толкачев, мяч не приземлился в площадку, Черемшанцев спас, Балуев просто перекидывает, Головин неудобная. Получилась передача для Кирюхина. И еще одно очко. Сидоренко. 6-9. Ну вот плюс 3. У ГДА молодежной гораздо длиннее скамейка. Полноценный есть запас. Вот Артем Лысенко сейчас в резерве находится. Еще один связующий. Тоже хорошего довольно уровня. Черемшанцев передача. И на сей раз удачный блок. По-моему, это одиночным блоком Игорь Кирюхин закрыл атаку соперника. Александр Кузнецов бил, попал в блок. Толкачев подает. Кадырбердиев принимает. Обманный удар в исполнении Черемшанцева. Не прошел. Вагабов на подстраховке сыграно хорошо. Игра продолжается. Как следует, не попал по мячу Головин. И Вагабов от рук блокирующих мяч площадки. Счет становится 8-9, да, 8-9. Пока Порталя уступает, Толкачев подает. Не сказать, что подача была силовая, но и не укороченная, так средняя. От блока Холоднов сыграл удачно, Вагабов и мяч. Мяч по-прежнему в игре, тут освещение немножко у нас исчезло, но игра продолжается. Чуть похуже стало видно. Спасает Коломалов. Но хорошая скидка. И после удара Кузнецова мяч оказывается в площадке. 8-10. Прием Коломалова. И Кирюхин. Кирюхин спас Головина. Завершает эту атаку. Головин. На передней линии сейчас играют Головин, Коломалов и Вагабов. В задней линии Холоднов, Толкачев и Кирюхин. Хороший удар с Янова. Мяч покидает пределы площадки. И 9-11. Становится счет. 9-11. Держит ГТА молодежные это 2 очка. Эти 2 очка перевеса. Прием Вагабова. И мяч не удалось таки спасти. Кирюхин пытался сыграть, но мяч не удалось все-таки вытащить. 9-12. Интересная напряженная игра. Пока сложно определить победителя. С одной стороны, ГТА молодежная там играют волейболисты, ну, более молодого возраста, как вы понимаете, у Порталя в основном ветераны в составе. Ну вот, нашла коса на камень, кто сегодня победит. Черемшанцев передача, Сидоренко пробивает двойной блок, который ставили ему Холоднов и Коломалов. Счет становится 10-13. Еще одно очко в пользу формальных хозяев сегодняшней встречи. На подаче Сьянов. Под заднюю линию подача. Головин. Коломалов пробить не смог блок.
Холоднов. Кадырбердиев поднимает. И Сидоренко от блока в аут. 10-14. Но потихонечку собирают преимущество волейболисты ГДА молодежный. Вот уже 4 очка. Головин, Вагабов. Еще раз Вагабов. Точно. Такой не сильный, но техничный удар. Мяч попадает в площадку. 11-14 в этом матче. По-прежнему ГДА молодежный впереди. Вагабов на подаче. Черемшанцев, Ежов. Мяч в площадке. 11-15. Еще одно очко в пользу ГДА молодежный. Турнир играется по классическим правилам волейбола. Из 5 сетов. Первые 4 партии до 25 очков. Пятое укороченный тайбрек до 15. Головин, передача себе за спину, неудобный пас, но Холоднов исхитрился все-таки нанести удар, и мяч оказался в площадке. 12-15. Коломалов подавал, Балуев скидка, но, по-моему, там переход в средней линии был у Балуева, и кому отдадут арбитры мяч? Либо будет спорный мяч, да, никому из команд очков начислять не стали. Балуев от блока в аут. Технично сыграно. 12-16. На подаче Никита Сидоренко. Неточная подача. Мяч за пределами площадки. 13-16. Сейчас обмен очками в пользу ГДА молодежный. Каждое набранное очко приближает дружину Михаила Бондаренко к победе. Головин. Толкачев в аут отправляет мяч. 13-17. Кто будет подавать? Балуев. Максим Балуев на подаче. Руслан Хабибулин, судья на вышке, разрешает подать мяч, ввести мяч в игру. Головин, передача. Кадырбердиев поднимает, сам же на чужую половину площадки перебросил. Головин, Холоднов, Сидоренко и Кирюхин завершает эту атаку. Техничным ударом, не сильным, но техничным. 14-17 впереди. ГДА молодежная. На подаче Антон Толкачев. Прием Балуева, Черемшанцев. Сиянов попал. Хороший удар. Анатолий Сиянов приносит очередное очко ГДА молодежный. Кадырбердиев ушел на лавку. Вышел Ежов на переднюю линию. Усилить блок в первую очередь, да. На блок вышел. Тут Сиянов и Ежов будут на блоке. Видимо, ставить двойной соперником. Вагабов попал в Черемшанцева. Атака продолжается. Еще раз Вагабов. Пробил двойной блок Черемшанцева и Ежова. 15-18. На подаче Игорь Кирюхин. Одной шестеркой играет Порт-Аля. В запасе всего один игрок. Ну и если матч затянется и будет из 5 сетов, то у ГДА молодежной будет побольше шансов на победу. Не было касания блока после удара Коломалова. Мяч за пределами площадки. 15-19. Так, плюс 4 в пользу ГДА молодежный. Счеты держатся. Кадырбердиев. Черемшанцев сам атакует. Головин. Холоднов. Где был мяч? Спорный момент, то ли в линию мяч попал, то ли все-таки за пределы площадки, но арбитры рассудили, что очко должно достаться ГДА молодежный. 15-20. Кирюхин принимает не очень удачно. Вагабов смягчил блок, его удар. Сьянов перебрасывал блок. Головин. И
Техничный удар Сергея Коломалова, капитана команды Порт-Аля. Продолжают бороться. 16-20 счет. Удастся ли достать? Получится ли погоня? Посмотрим. На подаче Головин. Кадырбердиев принимает. Черемшанцев. Сиянов. Мяч вылетел в аут. 16-21. Замена. Артем Лысенко под 11 номером появился на подачу. Выпускает его Михаил Бондаренко. На передней линии Балуев, Ежов и Сидоренко. Два высоких, Балуев чуть пониже. Головин ставит Ежов блок. Одиночный блок сыграл. Холоднов запускает мяч в аут. 16-22. Очень близки волейболисты ГДА «Молодежный» к победе в этой первой партии. Головин, Холоднов, Черемшанцев поднял, Кадырбердиев, удар Сидоренко, Кирюхин, Головин, Вагабов, мяч спасен. Черемшанцев, Балуев не стал бить, просто перекинул мяч. Свисток, переход средней линии. Показывают арбитры. И 16-23. Тайм-аут в этот момент. Но, скорее всего, уже этот тайм-аут ни на что не повлияет. Первую партию Порт-Аля своему сопернику отдает. Ну, можно сказать, даже и из-за собственных ошибок. Была серия необязательных потерь, которые вот обернулась тем, что счет такой 16-23. Хотя поначалу равная была игра. С переменным успехом. Но потом, когда молодежная добавила, а вот Порт-Аля наоборот. Силенок не хватило. В полуфинале ГДА молодежная поступила сбор. Уступила сборной ГДА, а Порт-Аля в упорной борьбе Динамо проиграл 2-3. В пяти сетах. Неудачный прием Кирюхина. 16-24. Ну и подходит к концу у нас первая партия. Наверное, мы увидим еще пару розыгрышей. Мне кажется, не больше. Лысенко подает. Снова коварная подача. Толкачев принимает. Удар Холоднова. Точно. Хороший розыгрыш. 17-24. На подаче Ян Вагабов. Кадырбердиев принял, Черемшанцев, Балуев запускает мяч мимо цели, мимо площадки. 18-24. Немножко подтянулись. Снова Вагабов на подаче. Кадырбердиев. Сидоренко, ну все, это эффектная точка первого сета. После первой партии 18-25. Сейчас смена сторон. И увидим мы второй сет. Матч играется до трех выигранных сетов. Ну, все как в классических правилах волейбола написано. Небольшая пауза, пару минут. Отдохнем тоже. Ну и потом снова будем следить за событиями этого матча. Итак, дорогие друзья, вторая партия встречи Порт-Аля ГДА «Молодежный». Матч за третье место. У ГДА «Молодежный» Сидоренко 8-й, Балуев 10-й, 7-й Черемшанцев, Ежов 2-й, Сьянов 1-й, стартовый состав, Кадырбердиев 19-й либеро, Черемшанцев, Ежов на первой линии, Черемшанцев, передача Сидоренко, пробивает блок Никита, 0-1. Впереди и в этой партии ГДА «Молодежная». У Порт-Аля сейчас на площадке Головин, вот он пасует второй. Мощный удар Холоднова, мяч задел блок. За пределы площадки улетел, но там было касание блока 1-1. Головин сейчас подает, Кирюхин под девятым номером. Вагабов четвертый,
Холоднов третий, Коломалов пятый. Коломалов поставил блок. Челимшанцев пас за спину. Подняли, еще доигровка. Ежов подкараулил этот отскок. Добил до пола. 1-2. Сиянов на подаче. Вагабов. И мяч проваливается сквозь руки блокирующих. Там Балуев и Ежов ставили блок. Мяч оказался все-таки в площадке. Ян Вагабов на подаче. Балуев принимает. Черемшанцев. Нет, плохой пас на Сидоренко. Черемшанцев тут допустил брак при исполнении второй передачи. И мяч снова на подаче Порталя. 3-2 впереди эта команда. Но за счет опыта должны они, конечно, прибавить. Далеко не все в этом матче ясно. И снова классный блок. Это Толкачев. Антон Толкачев закрыл удар соперника. 4-2 в пользу Порталя. Вагабов. Кадырбердиев. И Ежов. И опять блок. Ну смотрите, разыгрались на блоке гости. И вот второй раз, вторую очку подряд берут. 5-2 впереди Порталя. Ну если еще одну очку возьмут, то пора Сидоренко, Бондаренко, наверное, тайм-аут брать. Черемшанцев, Сидоренко и... Это очко в пользу года молодежной. Илья Ежов подает. Снова произошла замена. Кадырбердиев ушел для усиления блока. Кузнецов под 14 номером вышел. И вот он поставил блок, но мяч от его рук за пределы площадки улетает. Счет становится 6-3 впереди Порталя. Ну, Порталя не впервые играть пятисетовые матчи, если сегодня будет 5 сетов. С волей у этого коллектива все в порядке. Сдаваться не будут. Но вот Кирюхин подкараулил беспризорный мяч и в площадку его перекинул. На передней линии сейчас у Порталя Толкачев, Холоднов и Кирюхин. Высокие игроки. Балуев бить не рискнул. И еще шанс увеличить счет. Мяч в площадке. Антон Толкачев приносит своей команде еще одно очко. И Михаил Бондаренко берет тайм-аут, который действительно уже назрел. Порталя впереди 8-3 во второй партии после неудачи в первой. Первый сет 25-18 выиграла ГДА молодежная. Сегодня наверняка будет борьба и не ограничится матч тремя сетами. Как минимум 4 быть в этой встрече должно. 4 партии. Сергей Коломалов подает. Прием Балуева, Черемшанцев и Кузнецов пробить не смог защиту. Кирюхин. Холоднов. Холоднов. Невынужденная ошибка. Отправил мяч в аут. Блок там был перед ним одиночный. Можно было особо не рисковать, но как-то у Холоднова удар не получился. Но и Сидоренко дарит мяч сопернику. 9-4. Подает в сетку. Холоднов. Хорошая подача. Черемшанцев попытался спасти ситуацию. Даже вот на противоположную сторону площадки пытался забежать.
Ну, не площадки, конечно, а за периметром площадки. Так играть можно. И опять Холоднов ошибается. 10-5. Пока Холоднов чаще всего допускает ошибки и вот дарит очки сопернику. Неудачный прием. Кирюхин. И Кирюхин бьет мимо. Показывает арбитру Руслану Хабибуллину, что мяч задел руки блокирующих. Однако судья иного мнения. 10-6. И опять неудачная атака. Черемшанцев, Сидоренко. Нет, там не было касания блока. Поэтому 11-6. Толкачев на подаче. Кадербердиев, Черемшанцев, Сьянов. От блока мяч улетел за пределы площадки, поэтому очков в пользу ГДА молодежной. Кузнецов подает. Головин. Вагабов. Ну, классная комбинация. Вагабов добивает до пола. Обвел блок по линии. Мяч в площадке. Игорь Кирюхин будет подавать. На переднюю линию порталя сейчас Коломалов, Вагабов и Головин. Сиянов принимает, Черемшанцев. Обманный удар не прошел, Головин. Кирюхин просто перекидывает, Кадербердиев. И вот здесь Ян Вагабов не разобрался, конечно, в ситуации. Приносит извинения своим партнерам. 12-8. Мяч был выигрышный для порталя, но Вагабов не прочитал траекторию полета мяча. Головин! Ну, принял нестандартное решение Павел Головин. И это принесло команде очко. Ну вот, Илья Ежов там показывает, ну как же ты меня, да, обманул. Действительно, Павел Головин сейчас сыграл мастерски. И сам же Головин на подаче. Принимает Балуев, Ежов, Сидоренко. Высочайший прыжок. Спасает Толкачев. Холоднов не добил до пола. Сиянов, ну просто скидка на чужую половину площадки. Головин. И Холоднов исправился. 14-8 впереди порталя. Эта партия проходит под диктовку номинальных гостей. Сразу они в счете оторвались и держат ситуацию под контролем. Снова на Балуева пошла подача, но Сидоренко пробил блок. 14-9. Анатолий Сьянов на подаче. На кого будет подавать? На Кирюхина, Головин. Холоднов. Подстраховка есть. Еще раз Холоднов. Нет, мяч не задел руки блокирующих. И приземлился за пределами площадки. 14-10. Коломалов успокаивает своих партнеров. Кирюхин, Головин, Коломалов. Ну вот, классная комбинация. Первый темп. Головин, передача на Коломалова, и тот вбивает мяч в площадку. 15-10. Комфортный отрыв по-прежнему, 5 мячей. Подача Вагабова и опять в молоко. Илья Ежов на подаче. 15-11 счет. Впереди порталя в этой партии. Головин. И Толкачев точен. Пробил блок. 16-11. Продолжается обмен очками, который в пользу порталя. Коломалов принимает Сьянов, Черемшанцев, Балуев. И ему поставили двойной блок. Игорь Кирюхин и Кирилл Холоднов
17-11. Увеличивается преимущество. Черемшанцев. Сидоренко. Подстраховали мяч за пределами площадки. 17-12. Подает Сидоренко, и Вагабов тут не сумел подобраться к мячу. Скорее всего, все-таки он виноват. Ну что ж, подсократили свое отставание до 4 очков игроки ГДА «Молодежный». Холоднов, Толкачев разобрался в ситуации. Там был сложный момент, не очень хорошая была доводка. Но Толкачев взял смелую игру на себя и мимо блокирующих отправил мяч в площадку. Кадырбердиев принимает, Черемшанцев, и заблокировали Кузнецова. Это Кирюхин. Кирюхин ставит блок. 19-13. 19-13 впереди Порталя в этом сете. Подает Кирилл Холоднов. И опять на Балуева. Все подачи летят на Балуева. И это приносит результат. Не очень хороший прием у Максима Балуева. Это заметили опытные соперники. И вот одна за другой идут подачи именно на Балуева. И это приносит результат. Плохая первая передача. В итоге 20-13. Ну, по сути, в этом сете, наверное, все уже ясно. ГДА «Молодежная» вряд ли сумеет догнать соперника. Слишком уж большой отрыв. Большое отставание, да? Так, наверное, будет точнее сказать. Холоднов на подаче. И снова в Балуева мяч летит. На сей раз справился Максим. А вот ударить не смог. Ну что, Бондаренко, наверное, все-таки Балуева нужно поменять. И да, замена, но вместо Черемшанцева выходит Лысенко. Поменял связующего. Михаил Бондаренко другую связку выпустил. Другого диспетчера. И снова на Балуева подача. Сам Балуев завершает. И от рук блокирующих, да-да-да. Там мяч задел руки блокирующих. 21-14 счет. Исправляться нужно Балуеву. Много у него было брака при приеме. Коломалов принял. Головин. И Кирюхин пробить не смог блокирующих. Сьянов. Головин. Толкачев. И ему поставили блок. Кузнецов. Удачно сыграл на блоке, от его рук мяч упал в площадку. Очко в актив Александра Кузнецова. 21-15, подсократили отставание. Головин, и продолжается погоня. Сбитый прием. Сидоренко. Коломалов принимает, Головин. Холоднов, нет. Еще раз Холоднов. Толкачев. Не попал в площадку. 21-16. Ну и теперь Порталя нужно брать тайм-аут, потому что у нас намечается погоня. Было 8 очков, осталось 5. И хотя еще солидный отрыв, еще один тайм-аут есть у Порталя. ГДА «Молодежная» оба тайм-аута в этом сете использовала, а вот у Порталя еще второй в запасе. В случае необходимости уже в самой концовке можно остановить игру, если придется вот с таким напрягом завершать этот сет. 21-16. У ГДА «Молодежный» по-прежнему на передней линии два очень высоких, Кузнецов и Сьянов. Разыгрывающий Лысенко. В задней линии Кадырбердиев, Сидоренко и Балуев. Коломалов принял. И
Кирюхин завершил эту атаку. Хороший розыгрыш. 22-16. Вот сейчас важный момент. Антон Толкачев подает. Толкачев доигровщик. Балуева снова летит подача. Сидоренко принимает Толкачев. Но непонятно, как принимал. Вызвал даже смех на трибунах. Какой-то неловкий получился сейчас прием. И выходит на подачу Закир Карипов под 12-м номером. При счете 22-17 выпускает Бондаренко Карипова на подачу. Но подача не получилась очень мощной, она была такой хитрой. И подняли мяч. Сиянов просто перебрасывает. Головин зря ему помешал Кирюхин. Сиянов. Мяч в игре. Толкачев. Мяч летит за пределы площадки. 22-18. Еще далеко не все ясно в этом сете. Погоня ГДА молодежной продолжается. Снова Карипов подает. Коломалов принимает. Головин и очко в пользу Порталя. 23-18. Кирюхин на подаче. Нет, аут. Мяч за пределами площадки. Подарил очко сопернику. 23-19. Ну, вроде бы перевес солидный, но надо еще довести партию до победы. Головин. Коломалов перекидывал не очень хорошо. Сидоренко. А вот сейчас сыграно здорово. 23-20. Лысенко на подаче. Головин за спину себе. Холоднов пробить защиту не смог. Кадырбердиев. Сидоренко. Ну и техническая ошибка. 24-20. Одно очко осталось набрать Порталя, чтобы выиграть этот сет. Лысенко, Ежов. И вот оно очко. Капитан команды Сергей Коломалов приносит это очко своей команде. 25-20. Снова смена сторон. И ждем третью партию. Вернулись команды на площадку. Третий сет. Вагабов. Первая атака Порталя. Не точно. 0-1. Андрей Черемшанцев подает. И дарит мяч сопернику. Снова с одним связующим играет ГДА молодежная. Андреем Черемшанцевым. Артем Лысенко на скамейке запасных. Черемшанцев за спину себе. И Сиянов забивает. 1-2. В полуфинале ГДА молодежная проиграла главной сборной ГДА с результатом 1-3. Но сопротивлялись, одну партию взяли. Головин. Первый темп не прошел. Толкачев, Холоднов. В защите хорошо играет Сьянов. Кирюхин поднимает мяч. Толкачев. И очко. 2-2. Вновь равенство на табло. Идет борьба за инициативу, пока непонятно, кто же выбьется в лидеры. Сидоренко. 2-3. Могучий удар
Никиты Сидоренко. Мяч в площадке. На подаче Илья Ежов. Кирюхин принимает. Толкачев. Попал в сетку. 2-4. По опыту двух предыдущих партий мы знаем, что кто в начале игры забирает инициативу себе, ведет в счете, тот, как правило, партию до победы и доводит. Ежов вводит мяч в игру. Вагабов принял. Головин. Не очень хороший был прием. Толкачев пробить как следует не смог. И еще один заход на атаку. Колоднов. От блока в аут. Мяч летит. Показывает Руслан Хабибулин. Судья матча на вышке. И счет становится 3-4. Сергей Коломалов на подаче. И снова неудачный прием Максима Балуева. Так и метит в этого игрока волейболисты Порталя. И нашли жертву, как говорят в волейболе. А вот сейчас принимает Сьянов. Сидоренко. Нет, перебросить блок не смог. Головин. Толкачев. Еще один удар. И когда молодежный там оспаривает это решение, в чем был спорный момент. Но мяч у ГДА молодежный будет. Да, мяч будет у Порталя. Конечно же, 5-4 впереди Порталя. Вот 3 очка подряд взяли. Сидоренко. Головин. Толкачев. Кадырбердеев поднимает мяч. Еще одна передача за спину. И Холоднов. Холоднов атакует по чистой сетке. Не успели на него блокирующие выпрыгнуть. И Холоднов по чистой сетке отправляет мяч в площадку. 6-4 впереди Порталя. И снова Балуев, но принял на сей раз хорошо. Сам же пробил и забил. Совсем немного не дотянулся до мяча Головин. 6-5 впереди Порталя. Сидоренко в сетку. В сетку подает Никита Сидоренко. Прием Сьянова, Балуев и Сидоренко. Обманный удар, не прошел. Толкачев. Мяч, по-моему, улетал за пределы площадки. Коломалову не нужно было его трогать, но что было, то было. А сейчас нет. Серия неудачных касаний мяча. И снова минимальное преимущество Порталя. 7-6. За пределами площадки мяч. Совсем чуть-чуть Максим Балуев промахнулся. 8-6. Прием Балуева, Черемшанцев и... Кирюхин оказался самым расторопным. Тут был такой переходящий мяч. Сыграть его могли и те, и другие, но Кирюхин, вот что значит опыт, прочитал эту ситуацию, вовремя выпрыгнул и отправил мяч в площадку на чужую половину. Балуев принимает, Черемшанцев, Сидоренко, Вагабов, Кадырбердиев, Черемшанцев, пас за спину и блок, блок сработал. 10-6 впереди Порталя. Закрыли Никиту Сидоренко. Тайм-аут берет наставник ГДА молодежный.
Первый сет дался его подопечным легко, ну а затем вот начались проблемы. Ну, у Порт-Аля, кстати, так нередко бывает, когда первую партию команда проигрывает, проваливает, даже порой и с солидным отставанием, но затем добавляет и вытаскивает матчи. Такое уже и не раз бывало. Такое мы не раз видели. Тайм-аут позади. 10-6. Порт-Аля выигрывает у ГДА молодежный в третьем сете по партиям 1-1. 10-7. Толкачев неудачно подает. И тем же отвечает его визави. 11-7. До подачи Игорь Кирюхин. Ну, подача прошла. Балуев неудачно принял. Кадырбердиев. Сиянову остается только перекидывать мяч. Черемшанцев за спину. Сидоренко. Удара нет. Головин. Вагабов. От блока в аут. Хорошая атака. 12-7. 12-7 впереди Порт-Аля. Еще одна подача Кирюхина. Кадырбердиев принял. Ежов. И Сидоренко в аут. Запульнул мяч. Сейчас становится 13-7. Вот 6 очков уже Порт-Аля впереди. Все больше и больше перевес. Еще одна подача Кирюхина. И снова в Балуева. Заменил связующего Бондаренко. Сейчас Артем Лысенко дирижирует атаками. И вот довели атаку до логического завершения. 13-8. Хотя, не сказать, чтобы там Лысенко сделал хорошую передачу. Лысенко на подаче. Вагабов принимает. Головин. Коломалов, нет, слишком низкий был пас. Удобный для блокирующих. А вот Холоднов не попадает в площадку. 13-9. Тайм-аут сработал, сразу 2 очка ГДА молодежная сумел взять. Ну, здесь классный первый темп. Головин вывел на чистую сетку Сергея Коломалова, и тот спокойно отправил мяч в цель. Головин подает. Балуев, неудачный прием. Головин. Холоднов. Лысенко поднимает мяч. Сьянов. Толкачев. Головин за спину. И от блока мяч летит в аут. 15-9 впереди Порт-Аля. Плюс 6. Вернули былой перевес. 6 очков. Кадырбердиев принимает. Плохой прием. И Лысенко. Да, ошибка при второй передаче. Показывает арбитр. Михаил Бондаренко берет свой второй тайм-аут в этом сете. При счете 16-9. Ну, эту партию снова придется спасать его подопечным. Слишком уж солидный отрыв себе Порт-Аля создал. Но проигрыш этой партии не будет фатальным. В любом случае, еще один у нас сет как минимум будет. Но пока опыт берет верх над молодостью. Молодость в первой партии за счет прыти собственной. А вот дальше... Дальше насколько хватит сил у Порт-Аля? Вот, наверное, такой вопрос. До пятого сета им затягивать матч нежелательно. Лысенко пасует. Сидоренко закрыли.
Еще один пас за спину. Ежов. И снова блок. И еще удар. Ну, теперь Сьянов пробил. Пробил защиту. Со второй попытки. Анатолий Сьянов пробил защиту и сам выходит на подачу. 16-10. Принимает Кирюхин. Вагабов. Сумел хорошо пробить, хотя сложно было. Было нелегко. 17-10. Отведенный там был мяч. Но получилось забить. И Сидоренко добить до пола не смог. Головин просто перекидывает. Сьянов. Лысенко, Балуев. Мяч от рук Холодного. Покидает пределы площадки. 17-11. Замена у ГДА молодежный. На блок выходит Алексей Нагибин. Высокий игрок, 4-й номер. Кирюхин плохо принимает и не будет атаки. Коломалов. Ну, браво, Сергей Коломалов. Выкрутился из такой ситуации, когда казалось, что шансов мало. Два блокирующих там взлетали. Подает Коломалов. 18-11. Ой, плохой прием. И, ну, мяч свалился все-таки на чужую половину площадки. Толкачев. Мимо блока из Нагибина и Сидоренко вонзает мяч в площадку. 19-11. Похоже, в этой партии все ясно. Хотя вот Коломалов сейчас ошибся. Надо, конечно, подавать, не дарить очки сопернику. Хотя риск в такой ситуации тоже оправдан. Сидоренко на подаче. Вагабов плохой прием. Кирюхин. У ГДА молодежный Михаил Орлов под шестым номером вышел на площадку тоже играть в другой майке. Он либеро. Подает Кирилл Холоднов. И Сьянов не принимает. 21-12. Но в этой партии все, пожалуй, ясно. Надо ждать нам четвертого сета, в котором, наверное, многое решится. И когда молодежные, нужно брать себя в руки. Тут как-то подразвалились они. Плохой прием у Орлова. Балуев в выгодной ситуации до пола не добил. Но здесь два касания было у Антона Толкачева. 21-13. Всего 4 очка нужно набрать Порт-Аля до победы в этом сете. Коломалов, прием хороший. Головин и Кирюхин. Грамотный удар. Сквозь руки невысокого Лысенко. Пробить блок, который ставил связующий, было несложно. Толкачев подает. И Кирюхин завершает. 23-13. Ну и Бондаренко выпускает на финиш этой партии резервистов. Под девятым номером Никита Гребенщиков. 23-14. Гребенщиков сейчас на передней линии вместе с Лысенко и Ежовым. Толкачев принимает, Головин, ну, надо продолжать играть, не выключаться. Перевес большой, но еще ничего не ясно. И куда мяч попал? Арбитр показывает, что в угол площадки и дает очко ГДА молодежный. 23-15. Еще одна подача Нагибина. Коломалов.
Головин, Кирюхин. Здорово! Классная комбинация. Головин, Кирюхин и мяч. Площадки. 24-15. Одно очко отделяет Порт-Аля от победы в этом сете. Не удалось завершить сет в этом розыгрыше. В сетку попал подающий. Игорь Кирюхин это был. На подаче Лысенко. Багабов, Головин и Лысенко поднимает. А вот здесь Ежов ошибся с ударом. Мяч попадает в сетку. 25-16 в пользу Порт-Аля. Итог третьей партии. 2-1 по сетам впереди. Тоже Порт-Аля. И всего один, видимо, сет, но максимум два остается командам провести в этой встрече. Пока все в пользу Порт-Аля. Если не расслабятся раньше времени, будут играть на своем уровне, то должны одержать победу. Очень уверенно они взяли второй и третий сет. Но тут все-таки важный фактор, как свежесть у года молодежной гораздо больше ресурсов. Длинная скамейка. У Порт-Аля ее нет вообще. Команда играет одной шестеркой. И в конце концов силы не беспредельны. Кирюхин на подаче. Кадырбердиев принял. Черемшанцев, Ежов. Подняли мяч. Еще одна атака. Тьянов. Вагабов поднимает. И Холоднов в линию. Мяч попал. 1-0 впереди Порт-Аля. Еще одна подача Игоря Кирюхина. И коварная подача. Балуев. Надо было полшага вперед сделать Максиму Балуеву. Но он стоял, ждал и мяча не дождался. Укороченная подача. Еще раз Кирюхин. На этот раз за спину Балуеву мяч летит. Общими усилиями организовали атаку. 2-1. Черемшанцев на подаче. Кирюхин, Головин. И снова классный удар Павла Головина в самый угол игровой площадки, где никто этот удар не ждал. 3-1. У ГДА молодежной есть проблемы с характером, скажем так. Команда не всегда играет ровно весь матч. Одну партию может выдать классную, потом провалить. Вот. Это мы видим и сегодня. Сиянов приносит своей команде очко. От блока выигрывает этот розыгрыш. 3-2 подает Сиянов. Толкачев принимает. Головин за спину. И добить до пола Вагабов не смог. Сидоренко, Холоднов, Головин, надо просто перекинуть мяч. Кадырбердиев, Черемшанцев и Балуев не добил до пола. Вагабов, низкий был пас, зря там Сьянов играл, мяч уходил за пределы площадки. Бондаренко говорит своему подопечному, не трогал был ты мяч. Но что сыграно, то сыграно. Вагабов, Кадырбердиев, длинный розыгрыш. Сидоренко. Головин принимает, а партнеры не подстраховали. Головин сыграл хорошо, а вот поддержки от своих партнеров не нашел. Ничья, 3-3. Головин, Холоднов. Разыгрались
при приеме игроки ГДА молодежной. И на блоке хорошо. По линии атаковал Кирилл Холоднов. Промахнулся. Промахнулся. Счет стал 3-4. ГДА молодежная вышла вперед. Головин. И вот и Головин уже допускает оплошность при передаче. Ну что это, уже усталость, видимо? А, 4-4 у нас счет, да. Конечно же, ничья. Вагапов подает. Черемшанцев, Балуев. От блока в аут. От рук Коломалова мяч улетел за пределы площадки. 4-5. Головин. И Толкачева закрыли. 4-6. Похоже, ГДА молодежная приходит в себя после продолжительного провала. Еще один пас Головина на Толкачева. И снова блок. Опять Толкачев. И сейчас грамотно сыграно. Удар в край блока. Мяч площадки. От рук блокирующих. 5-6. Коломалов подает. Балуев. Хороший прием. Черемшанцев. Сидоренко. Успел Толкачев. Еще раз Сидоренко. Мне показалось, мяч был в площадке вот отсюда. Мяч был в площадке, да. И арбитры это заметили. 5-7. В линию мяч попал. Головин. Холоднов, мощный удар, но поднимают. А сейчас еще одно очко в пользу ГДА молодежный. 5-8. Сейчас снова спорный момент. И арбитры решили, что от игрока команды Порталя мяч ушел за пределы площадки. Шесть восемь. Холоднов подает. Кадырбердиев помешал ему Балуев немного. Сидоренко. Ну, сложно было нанести отсюда удар. Со второй линии Сидоренко атаковал. Аут. 7-9. Головин и Кирюхин. Еще раз Кирюхин. Головин, Толкачев. Закрыли его блоком. Холоднов в сетку. 7-10. Плюс 3. Впереди ГДА молодежная. Ну и что мы видим? У Порталя, наоборот, сейчас провал в игре. Одно очко за другим берут их соперники. И вот уже минус 4 Порталя проигрывает. Меняются как вот радикально ход событий на площадке. То одна команда доминирует, то другая берет инициативу в свои руки. Похоже, все-таки за счет более длинной скамейки ГДА молодежная сейчас сумеет восстановить статус-кво.
Этот розыгрыш в пользу Порталя. 8-11. Толкачев подает. Балуев принял. Черемшанцев. Сидоренко и попал в трос. Девять-11. Тайм-аут принес результат. И еще одна удачная подача. Вновь Толкачев целился в Балуева. И это принесло результат. 10-11. А сейчас Кадырбердиев принимает. Сиянов. Обманный удар. Десять-двенадцать. Кузнецов подавал. Первый темп. Головин на Кирюхина. И еще одно очко. 11-12. Балуев принимает. Черемшанцев. Сьянов. Второй обманный удар не прошел. И Ян Вагабов сравнивает счет. 12-12. Вновь на табло равенство. Ну вот такой рывок Порталя, и сумели они достать своего соперника. Илья Ежов берет очко для своей команды. Обманул блокирующих. 12-13. Черемшанцев на подаче. Толкачев принимает. И тут вот ошибся уже Сьянов. Снова ничья. 13-13. Головин. Балуев. Сидоренко. Толкачев. До мяча дотянулся, но в той части площадки партнеров не было. Вагабов, Сьянов, Черемшанцев, Балуев просто перекидывает, Головин, Холоднов. Не было касания блока. 13-15. Головин. Снова Холоднов завершает атаку. Вагабов. И опять Головин. Но на сей раз пробил блок. 13-15. Обвел блокирующих и отправил мяч в площадку. Четырнадцать пятнадцать. Ну, ничего еще не ясно в этом сете. Минимальный перевес ГДА молодежный. Вагабов на подаче. Кадырбердиев принимает. Черемшанцев. Сидоренко и попал в Холоднова. Попал в Холоднова. 14-16. Ежов подает. Возможно, последняя партия этого матча, но, возможно, мы увидим тайбрек. Головин. Обманул сам себя. Хотел застать врасплох соперника, а Кузнецов там стоял у сетки и смахнул мяч в площадку. 14-17. Кирюхин, Головин. Толкачев. И снова очко ГДА молодежный. Опять Кузнецов блоком на сей раз. Приносит очко своей команде. Похоже, будет у нас все-таки тайбрек. Забивает Холоднов. 15-18.
важный момент матча. Коломалов подает. Кадырбердиев. Балуев. Можно организовать еще одну атаку. Холоднов. Перекинуть Кузнецова не смог. Головин. И... Еще один спорный момент. Хабибулин отдает это очко ГДА молодежный. Вот Коломалов подошел к арбитру. Там было касание сетки, по мнению игроков Порт-Аля. Но судьи решили иначе. 15-19. Никита Сидоренко на подаче. И желтая карточка Головину за споры с арбитром. Сидоренко подает. Головин. Вагабов. Хороший удар не получился. Сидоренко. Смягчил его удар. Кирюхин. Толкачев очко приносит. 16-19. Кадырбердиев на приеме. Черемшанцев. И первым темпом сыграно. Кузнецов. 16-20. Балуев на подаче. Головин, Толкачев. И снова проходит атака. Головин, Толкачев снова прошла. Это комбинация. Мяч в площадке. А это неудачная подача. Семнадцать-21. 4 очка нужно ГДА молодежной для победы в этом сете. И вот очередное очко. Семнадцать-22. Тайм-аут. Да, все идет к тому, что будет у нас пятый сет, пятый решающий. И опять опыт против молодости. Кто же окажется сильнее? Не впервые уже команды в пяти сетах выясняют отношения. На всех практически турнирах астраханских имени эти два коллектива играют в поединках за третье место. Коломалов принимает не очень удачно. И ждет нас, видимо, пятый сет. 17-23 счет. Прием Коломалова, Головин. Но забил, нет, не забил Кирюхин. Или все-таки мяч коснулся пола. Да, мяч коснулся пола. Удар Сиянова. Сидоренко, Черемшанцев. Хотел обхитрить всех, не получилось. И очко в пользу Порт-Аля. Мяч коснулся верхней конструкции. Значит, вышел в аут.
таковы правила. Кирюхин подает. Еще есть шанс уйти от поражения в этом сете. И Коломалов, Головин, Вагабов. Очко. 20-23. Тайм-аут. Тайм-аут берет Михаил Бондаренко. Три очка — солидное преимущество для концовки партии, когда самим нужно набрать всего два, а сопернику отыграть три. Это очень много. Но, тем не менее, как вы видите, вот Порт-Аля не оставляет надежд на то, чтобы уйти от поражения. Сражается команда. И сейчас многое будет зависеть вот от подачи Кирюхина. Принимает Балуев. И Сьянов берет очко. Ну, теперь, наверное, уже спасти этот сет не получится. 20-24. Черемшанцев на подаче. Прием. Головин. Плохой пас Коломалову, но удалось мимо блока отправить мяч в площадку. Головин подает. Балуев. Черемшанцев. И мяч в площадке. Третий сет закончен. Вернее, четвертый, конечно же. Счет. Итоговый счет этого четвертого сета 21-25. И ждем тайбрек, ждем решающую партию. Друзья, решающий пятый сет в матче за третье место открытого турнира Кубок Правкома АГПЗ. Порт-Аля против ГДА Молодежный. 1-0 Порт-Аля выходит вперед. На подаче Павел Головин. Сбитый прием, и Вагабов увеличивает преимущество. 2-0. Весомая заявка на победу. Подает Головин. Снова. Хороший прием Балуева. Сидоренко отыгрывает одно очко. Становится 2-1. Сьянов на подаче. Толкачев не совсем удачно принял. Колоднов попал в трос. И вновь ничья. 2-2. Равный счет. Продолжает подавать Сьянов. Вагабов. Это очко. Мяч улетел на балкон. Мощный удар Яна Вагабова. И снова Порт-Аля впереди. 3-2. В пятом сете игра идет до 15 очков, но перевес суммарный должен быть плюс 2. Черемшанцев за спину. Сидоренко. Вагабов принимает. Коломалов бить не стал. Балуев от блока площадку. Три-три. Ежов на подаче. Вагабов прием неудачный. И Сидоренко блок не сумел обвести. Вновь Порт-Аля впереди. 4-3.
вот теперь Кирюхин закрывает Кузнецова. И Порт-Аляна 2 очка уходит вперед. Так, было уже 2-0. Потом, когда молодежный соперник сумел догнать. И Кирюхин еще раз по переходящему забить не смог. А вот Сидоренко хоть и добил до пола, но очко достается, когда достается Порт-Аля, и тайм-аут. Тайм-аут взял Михаил Бондаренко, наставник ГДА молодежный. В пятом сете также два тайм-аута положены по регламенту. 6-3. Для тайбрейка это большой перевес. Коломалов подает. Черемшанцев, Сидоренко. И мяч. Мяч в сетку летит. В отличие от футбола, гандбола, водного пола, других видов спорта, если здесь мяч летит в сетку, это плохо. Это очко сопернику. Балуев принимает, Черемшанцев и Кузнецов. Хорошо сыграл центральный блокирующий. Отправил волейбольный снаряд в цель. 7-5. Здесь уже ошибка у ГДА, у Порт-Аля. Вагабов. И Кирюхина закрыли блоком. Снова Кузнецов. 7-6. Очень низкая передача. И теперь уже Порт-Аля берет тайм-аут. Ну вот, перевес был 4 очка, 7-3. Всего одно осталось. Так вот быстро меняются события на площадке в волейболе. Продолжается матч. И теперь уже у Коломалова ошибка на приеме. Ничья 7-7. Мяч за пределами площадки. Смена сторон. 8-7 впереди Порт-Аля. И матч продолжается. Подает Холоднов. Кадербердиев принимает, и мяч в игре. Головин, Черемшанцев, Балуев. Сорвал удар и подарил очко сопернику. 9-7. Надо было просто перекинуть мяч на чужую половину площадки. Вот говорит Бондаренко сейчас Балуеву именно об этом. Просто перекинь мяч на чужую половину. Не получилось. И блок сумел пробить Антон Толкачев. 10-7. Ну вот после того, как молодежка сумела догнать соперника,
опять отпустило. Холоднов подает, Балуев принимает. Сидоренко. Блок, одиночный блок в исполнении Антона Толкачева. Ну и желтая карточка. Кому? Черемшанцеву там, да? За неспортивное поведение. Тайм-аут. 11-7. 4 очка отделяют Порт-Аля от победы в этом матче. Чуть позже у нас начнется финальный поединок из-за того, что затянулась эта игра. В финале, напомню, играет ГДА главная и Динамо. Холоднов. Нет, это аут. 11-8. Балуев на подаче. Принимает Коломалов. Головин. Толкачев. Очко. 12-8. Ну и всего 3 очка нужно до победы Порт-Аля. Балуев принял, Черемшанцев, Сьянов. Не было касания блока, аут. 13-8. 2 очка. Толкачев подает. Кадербердиев, плохой прием. И не будет атаки. Черемшанцев перекидывает. Мяч в игре. Балуев. Толкачев, Головин. Обманный удар. Павел Головин. 14-8. Ну что, Порт-Аля почти уже с бронзой. Подача Толкачева. Кадербердиев. Черемшанцев. Сидоренко. Скидка на чужую половину. Вагабов. В блок там мяч не попал, по мнению арбитров. Поэтому у ГДА есть возможность выполнить подачу. 14-9. На подаче Артем Лысенко. Спасение, конечно, вряд ли возможно в такой ситуации, но все-таки. Ну, вот оно, очко. Игорь Кирюхин ставит победную точку. Итак, дорогие друзья, Порт-Аля. ГДА молодежная, 3-2. Победа Порт-Аля и третье место. Матч комментировал Ренат Аминов. Ну и минут, наверное, через 20. Финальная игра ГДА против «Динамо».